Йо-хо! Свершилось! Я купила еще одну квартиру! Приветствую, друзья! С вами Ирина Маркелова-Агапова. И у меня радостная новость! Вот такая квартира, которая будет мне приносить пассивный доход. Это квартира гостиничного типа. Здесь уже живут квартиранты, которые приносят мне пассивный доход. Купила я холодильник, плита, ну и, соответственно, ванна. Туалет, ванна. Оставлю еще стиральную машину, чтобы было все как полагается. Вот так было не всегда. До 37 лет я пахала на наемной работе, действительно пахала и ничего не зарабатывала. То есть я зарабатывала, хватало всего лишь на одежду, на дискотеки, потому что я была молодая, незамужняя, без детей, и на съемное жилье, потому что я жила в Москве, и хоть как-то прокормиться. И смотрите, как я жила. Раньше я жила в этом подъезде. Вот это общежитие, где ничего не работает. Здесь все забито, все очень страшно. Вот такая вот длинная коридорная система. Там был тамбур, и с правой стороны была наша квартира. Ностальгии нет никакой, честно. Вот здесь вот собираются постоянно алкаши. Все время внизу бутылки и презервативы и окурки. Сейчас я вам покажу первый этаж. Спускаемся на первый этаж. Постоянно тут написано накакано. И очень-очень сильный запах мочи. Вот почтовые ящики. Позапрошлом году ставили дверь, но сейчас заходите, кто хотите. Она уже не работает. Не бойтесь начинать все, что задумали. Я когда училась в педучилище, я всегда, когда снимала квартиру, всегда мечтала иметь еще одну квартиру, чтобы сдавать ее. А пенсия? Посмотрите, как живут наши пенсионеры. Стоят указ, покупают хлеб, печенька и молоко. И все. Ничего не бойтесь, идите вперед, вперед и вперед. А кто хочет в мою команду, дуплицируйте мои действия и становитесь вместе со мной миллионерами. Пока рублевыми, потом долларовыми. Ссылочка будет под этим видео. Я считаю, что человек должен мечтать, ставить цели и идти к своей цели, несмотря ни на что. Приглашать в проект всем миром очень-очень просто. Даете человеку посмотреть видеопрезентацию, как это работает, и этот человек ваш. Ставьте цели, большие цели. Зарабатывать большие деньги легче, чем маленькие. Идите к своим целям и удачи вам. Пока-пока.